64 установить. Подъем засчитан. Кристина Тельманова. Второй подъем. Подъем засчитан. 57 килограмм на две штанги. Подъем неудачный. Две штанги 59 килограммов. Назад чуть-чуть. 60 килограммов. Следующий вес. Первый подъем. Подъем засчитан. 2 подъема засчитан. Наталья Гуща, 3-й подъем. 2 штанги 62 килограмма.
Подъем засчитан. Две штанги 64 килограмма. Подъем неудачный. Ольга Голованова, третий подъем. К весу 70 килограммов. Подъем неудачный. Следующий вес 75 килограммов. Готовится. Я подымал тебя и говорю твоей матери. Наш малыш лучше всех. Подъем неудачный. Первый подъем. Алина Андреева готовится. Подъем неудачный. Елизавета Жабкина готовится. Второй подъем. Подъем засчитан. 76 килограммов. Следующий вес. Кристина Соболь. Второй подъем. Подъем неудачный. Полина Андреева. Подъем. Результат 76 килограммов. Следующий вес. Полина Андреева. Второй подъем. Подъем засчитан. Полина Андреева. Третий подъем.
Подъем защита. Также подскок. 96 килограммов, да? Подъем неудачный, результат чемпионки России, толчки 95, ступенные боли 173 килограмма. Поздравляю. Спасибо. Внимание! Чемпионат России по тяжелой атлетике. Церемония награждения. Женщины. Весовая категория 49 килограммов. У пьедестала почета чемпионка и призеры чемпионата России по тяжелой атлетике весовой категории 49 килограммов. Награждение проводит представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Наталья Рябченко. Заслуженный тренер России Руслан Наниев, город Владикавказ. И заслуженный работник физической культуры России, почетный судья, спортивный судья России Юрий Нескородов, город Курск. Объявляются результаты в рывке. Третье место с результатом 75 килограммов. Полина Андреева. Награждается бронзовой медалью, дипломом Министерства спорта России за третье место. Серебряной медалью за второе место. Чемпионата России награждается Кристина Соболь, город Санкт-Петербург. Результат 76 килограммов. Чемпионкой России с результатом 78 килограммов объявляется Елизавета Жаткина, Красноярский край. Награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. Фото на память. Спасибо. Переходим к награждению в толчке. Бронзовой медалью чемпионата России за третье место награждается Полина Андреева, Чувашская республика. Результат 87 килограммов. Серебряной медалью
за второе место в чемпионате России награждается Кристина Соболь, город Санкт-Петербург. Результат 88 килограммов. Чемпионкой России объявляется Елизавета Жаткина. Результат 95 килограммов. Награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. Фото на память. Спасибо. Переходим к награждению в сумме двоеборья. Бронзовой медалью за третье место в чемпионате России награждается Полина Андреева, Чувашская Республика. Результат 162 килограмма. Серебряной медалью в чемпионате России награждается Кристина Соболь, город Санкт-Петербург. Результат 164 килограмма. Чемпионкой России 2023 года объявляется Елизавета Жаткина, Красноярский край. Результат в сумме двоеборья 173 килограмма. Награждается золотой медалью, дипломом Министерства спорта России за первое место. За подготовку чемпионки России награждается тренер Николай Прокопьев. Елизавета Жаткина прославила Красноярский край, город Красноярск, стала чемпионкой России. Николай Прокопьев, тренер. Фото на память. Переходим к награждению в открытом чемпионате Федерации тяжелой атлетики России. Бронзовой медалью за третье место награждается Полина Андреева, Чувашская Республика. Серебряной медалью за второе место награждается Кристина Соболь, город Санкт-Петербург. Результат 164 килограмма. Золотой медалью за первое место награждается Елизавета Жаткина, Красноярский край, город Красноярск. Результат в сумме двоеборья 173 килограмма. Фото на память.